Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, и я репетитор по математике. Сегодня мы решим задание под номером 662 из учебника «Математика. 6 класс. Виленкин, Жохов». Давай откроем учебник и прочтем условия задания. А здесь у нас задача. Овощная база в первый день отпустила 40% всего имевшегося картофеля. Во второй день 60% остатка, а в третий день остальные 72 тонны. Сколько тонн картофеля было на базе? Итак, записываем кратко условия. Первый день 40%, второй день 60% именно остатка, да, того, что осталось, и третий день уже остаток 72 тонны. Итак, если в первый день 40%, во второй 60% остатка, сколько этот остаток? Хотя бы в процентах нам бы знать. Если всего 100%, в первый день 40%, то 100 минус 40 – это 60%. Это остаток после первого дня. Дальше представим, что наш остаток это как число. И у нас 60% от 60%. Можем мы узнать процент от числа? Конечно, видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке под видео. А я напомню, чтобы найти процент от числа, а это у нас как какое-то число получилось, да? Нужно число умножить на процент. Но проценты обычно представляют в виде десятичной дроби. Давай мы представим. То есть у нас будет 0,6 умножить на 0,6. Получается 0,36. Но поскольку у нас это все идет в процентах, мы переводим в проценты. Это будет 36% картофеля. Это во второй день. То есть первый день 40, а во второй уже получилось 36 от всего. Да, 60 от остатка и 36 от всего. Так, отлично. Можем ли мы узнать, сколько процентов было продано на третий день? Да, если после первого дня осталось 60, потом еще во второй день продали 36, то осталось 24% картофеля, это в третий день, да, осталось на третий день. И теперь мы знаем значение, что это 72 тонны, и знаем, что это 72 тонны, это 24%. Можем ли мы узнать все число, зная значение части? Видео с теорией, кстати, по этой теме, также ты можешь посмотреть на нашем сайте. Конечно, можем. Вот. Просто нужно вспомнить правило. Чтобы найти число по данному значению его части, надо значение, да, наши 72 тонны, разделить на дробь, на часть. Ну, а проценты мы же можем представить в виде дроби десятичной. То есть нам нужно 72 разделить на 0,24, и мы получим 300 тонн. Это и будет наш ответ, то есть 300 тонн картофеля было на базе. Вот и все, и на этом задача решена. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под видео. Также переходи по ссылке на наш сайт, где ты сможешь решить похожее проверочное задание. И получишь за это баллы. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Кто не подписан, подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания. Спасибо за внимание.